Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас январь, мы в Геленджике. И сегодня знаменательный для всех зооволонтеров день. В гипермаркетах «Магнит», скидка на корма для животных 20%. Поэтому в этот день волонтеры приюта стараются закупиться кормами на целый месяц. Так как под опекой где-то 40 собак, кормов надо много. Сейчас я считаю, примерно 12 мешков по 15 килограмм, желательно чаби. Но что из этого обычно получается, сейчас вы увидите. Еще сохраняются новогодние украшения отелей. Гипермаркет, идем пытать счастье. Пока нашли один мешок чаппи, вот нам надо 13 таких. Вот есть маленькие чаппи по 2,5 килограмма, но нам их покупать невыгодно, потому что они стоят 300 рублей, и большой мешок получается 1500. Сколько? 1800. Ой, да, ну со скидкой 1500, столько же, сколько без скидки. Наши результаты в первом магните. Только один мешок чаппи и 4 мешка таффи. По 10. По 10, но мы стараемся не кормить, конечно, таффи. Но если мы не найдем чаппи, нам денег вообще ни на какие корма не хватит. Поэтому таффи плюс чаппи. Поднесли, значит, мы к сканеру мешок чаппи 15 килограмм. Вот к такому вот. И показала нам остаток еще 8 пакетов. Девушки-продавцы утверждают, что больше нет и искать не буду. Вот пойду в сервисную службу. Скидкой? Это вот за это получилось. Ага, вот таффи со скидкой получился вообще 44 за кг. А чаппи там считать надо. Вот наше счастье пришло. Как с кашлем? Это прям самая удачная наша поездка. Такого чуда у нас вообще еще никогда не было. Это, наверное, потому что я взяла камеру. Все, я побежала за тележками. Видно так вот сбоку, если сколько. Ура, ура, мы купили корма на месяц. Почти на месяц. Вот это. Девочки, посбрасывай.